2 месяца. Уверен, вы как. Почему вы так долго? Заходите внутрь! Что это за место? Здесь они держат мою дочь. Я проследил за одним из фанатиков, когда сбежал от агентов. Он привел меня сюда. Где она? Он сказал, что Элисон где-то наверху. Но туда никого не пускают. Эти безумцы вооружены. Они будут стрелять в каждого, кто попытается пройти. Ох, что они хотят сделать с ней? Все хорошо, Станек. Жди здесь. Я все сделаю. Мать уже готовит собирателя. После она вознесется и станет едина с Богом-машиной. Многие это пришли, только но... начало. Значит, весть наша услышана повсюду. Избранные слышат шепот. В их ушах слова матери. Ты что, решил не идти в банк? Как я уже говорил, подрывник. Может, все нам рассказать, я понимаю. Но речь идет о биологическом оружии, Адам. Если они успеют очистить сейф, мы уже ничего не узнаем об Орхидее. Ладно, понял. Сейчас твой главный враг — время. Надеюсь, ты передумаешь. Зафиксирован канал. Доступ разрешен. Надеюсь, ты найдешь подрывника, Адам, потому что от банка только что отъехали бронированные фургоны. Персалайф все удалила. Ага, мы упустили единственный шанс узнать, как бороться с Орхидеей. Я хочу всех здесь защитить. Как я завидую первой группе. Как и должно быть. Но сомнения, друзья, свойственны плохи. Ибо так говорит мать, пророчица Богомашины. Скоро мы вознесемся и... Воле, я там кого-то вижу. Он без сознания. Я, кажется, видел. Надо сообщить вроде кому-нибудь никого. Или нет. Спокойно, следи за тенями.
Будь начеку. Мы уже близко. Будь рядом. Что, ничего? Здесь тоже ничего. Должно же быть что-то. Хватит тупить! Будь начеку. Не спеши, а то успеешь, короче. Пусто тут. Ясно. Не беспокоить! Надо же. Подойди. Дай взглянуть на тебя. Как ты попал сюда? Как узнал, что нужно прийти сегодня? В эту ночь ночей. Когда мы, наконец, сможем ответить на зов бога машины в его безбрежной мудрости. Это не может быть просто совпадением. Я ищу Элисон Станикову. Ну, конечно. И ты нашел ее перед величайшим достижением в ее жизни. Но что тебе нужно? Совет? Помощь в молитвах и медитации? Вступить в наши ряды? Вырваться из оков своей плоти? Слиться со славой сингулярности? А? Скажи, как Верховная Жрица может помочь тебе? И я с радостью исполню все. Я хочу спросить тебя про бомбы, которые взорвались на станции Ружечка. И все? Мой аугментированный брат Виктор — храбрый человек и великий лидер. Когда он попросил собрать для него моих малышек, я согласилась. Я знаю Виктора. Если это он стоит со взрывами, я должен с ним поговорить. Когда мясные мешки отправили цепных псов убить Рукера, Виктор перевез свою базу в исследовательский центр в Альпах. Гарм, кажется. Гарм? Я запомню. Так ты этого хотел? Ты пришел в это священное место за моей помощью? В борьбе со святой революцией Виктора? Предатель! Богохульник! Я думал, ты один из нас. Так и есть. Просто мы по-разному понимаем слово «нас». Значит, ты добровольно стал их рабом. Но я нет. По мне топтались сапоги полицейских. Они насмехались над моей природой. Я могла бы сдаться, как ты. Но устоял. И теперь бог машины даровал мне награду. И я вышла из горнила. Твой отец рассказал, что ты была солдатом, защитницей невиновных. Теперь ты помогаешь убийцам. Они сделали тебя совершенно другой, и ты должна вновь обрести себя. Кто ты такой, чтобы говорить мне, кем я должна быть? Знаешь, не тебе это решать! Я знаю, что такое лишение. Все ауги это знают.
Лишь когда мы перережем глотку последнему мясному мешку, их кровь переполнит сточные каналы, вот тогда они получат по заслугам. Они так относятся к нам, потому что нас боятся. А это, в свою очередь, вызывает страх у тебя, иначе ты бы так не говорила. Но ты не должна поддаваться страху. Есть и другой путь. Ценю твое беспокойство обо мне. Но я уже сражаюсь со своим страхом, а Виктор продолжит сражаться со своим. Что? Сколько бомб ты ему собрала? Хватит, чтобы разрушить весь город. Жаль, что я не смогу этим полюбоваться. Но ты так беспокоишься о наших врагах. Может быть, тебе повезет погибнуть вместе с ними. Эй, мы не закончили. Эллисон? А, черт. Время пришло, дети. Уже пора. Наше тело — тюрьма. Аугментации — ключ. Сознание — это все. Эллисон, стой! Я все знаю. Я уже видел такие технологии. Это плохо кончилось. Ты совсем не знаешь своих собратьев. Это отвратительно. Нас ждет вознесение. Погибнут лишь наши тела, а разум покинет бренную земную плоть и вольется в божественное сознание бога-машины. Меня больше беспокоят новые теракты. Где Виктор нанесет следующий удар? Я не стала его спрашивать. Я хочу оставить далеко позади тебя и все жалкие заботы земного мира. Влившись в сознание бога-машины, я перейду на новый уровень бытия. Я понимаю, о чем ты, но подумай о том, что происходит на самом деле. Ты пытаешься сбежать от всего этого, но не можешь. Преодолеть трудности можно, но для этого надо повернуться к ним лицом. Сбежать? Ты оскорбляешь Верховную Жрицу и отрицаешь Вознесение? Твоя мерзкая ересь оскорбляет святость храма! Материальный мир — это жалкая и бессмысленная ложь. Если хочешь, можешь продолжать барахтаться в дерьме. Но те, кто стремится к высшей реальности, ищут способ покинуть земную юдоль. Все, что тебе нужно, ждет тебя за стенами этого комплекса. Твой отец до сих пор любит тебя и примет, что бы ни случилось. Положись на него, и он проведет тебя через любые невзгоды. Это разрушит его жизнь. Я не жестока и не эгоистична. Я не стану взваливать на него свои несчастья. Прощай, мой заблудший брат. Надеюсь, однажды и ты найдешь просвещение и встретишь меня на той стороне. Но сомневаюсь. Нет, Эллисон, не надо! Смайли, сообщи в городскую полицию. Нам нужен коронер и команда уборщиков в районе Прикашка. Боже, Дженсон, это история с бомбами, да? Но Мацтаник сбежал из-под стражи. Знаю. Его дочка оказалась чокнутой. Два в одном. Террористка и верховная жрица. Где Милен? Возвращается в Прагу. Сообщите ему новости. Просто скажи ему, что дело серьезнее, чем мы думали. Пусть ждет меня дома, у Чикана. Конец связи. Дженсен, а калибратор все еще у тебя? Если да, то я готов откалибровать твою систему. Есть все необходимое, чтобы довести тебя до совершенства. Починишь меня так же, как в прошлый раз? Нет, 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 все будет иначе. Слово в от слова. Приходи в лабораторию и сам увидишь. Хвала! Thank you.
Прими меня, Маст. Засмыть сперму! Где она? Где моя Элисон? Мне очень жаль, Станок. Нет. Нет, нет! Когда я увидел огни, я знал. Знал! Но почему вы ничего не сделали? Ты не понимаешь. Никто не заставлял ее. Она сама этого хотела. Сама этого хотела? Они использовали ее. Вы должны были... Боже, я лишился мастерской, дома, а теперь и дочери. Мне жаль. Оставьте меня! Я тебя запомнила, Ау. Адам? Это Ария. Я слышала, что случилось. Боже, прямо у вашей квартиры. Что случилось у моей квартиры? У кого-то вырвали все импланты. Оставили истекать кровью в переулке. Когда я услышала, где это, я подумала... Я в порядке, Ария. Это был не я. Как пойдете домой, осторожней. Это уже не первый случай. Сатаром все пошло не лучшим образом, Дженсен. Жаль, что так вышло с магазином. Ты в порядке? Физически, да. Эмоционально. Понимаешь, у меня ведь там были очень хорошие книги. Да, магазин был больше вывеской, но моей вывеской. Я сам решил представить миру такой образ. Что это значит? Это значит, что твоя сделка с Двали явно недействительна. Моя сделка. Точно. Ты не рассказываешь мне, почему тебя так не взлюбил Адам. Может, он просто разозлился? А на мне срывается, потому что я красивее его. Или ему книги не нравятся почему-то. Все ведь в мире возможно, да? Давай просто займемся оптимизацией. Ты принес калибратор для нейропластики или нет? Тебе, наверное, не хочется говорить о том, что случилось с магазином. Я уловил, к чему ты клонишь, да. Но старайся понять, Дженсен. Я человек, который уважает приватность. Особенно, если речь о том, кто может меня убить. Что и хорошо, кстати. Это же палка о двух концах. Будешь игнорировать то, что случилось? Я пытаюсь защитить себя. В следующий раз сгоревшим магазином может и не обойтись, а? Я полагаюсь на тебя, Коля. И чем могу, помогу. Не хочу опознавать твои останки, когда в следующий раз приду на ремонт. Никто из нас этого не хочет. Но иногда, понимаешь, лучше не выносить ссор из избы. Ну все, давай оптимизируем твою систему. Эта процедура не будет неожиданности, как в прошлый раз. В прошлый раз я не был готов к тому, как у тебя там все круто. Сейчас все иначе. Я знаю, что под капотом.
И ты принес мне нужный инструмент. Совсем другие условия. Что именно ты собираешься делать? Я оптимизирую твою систему. Больше никакого перегрева. Не нужно будет переживать из-за глюков. Дженсен 2.0. Круто звучит, а? Вечно прятаться ты не сможешь. Что будешь делать, когда Атар вернется? А чего ты от меня ждешь? Я теперь завишу от этих людей. Это мне за то, что я сказал «да» Радичу. А разве был у меня выбор? Что мне теперь остается делать? Выбери вариант получше. Расскажи мне, что происходит. Что Атару от тебя нужно? Он хочет знать, что я знаю о Радиче. Что Радич... Зачем я нужен Радичу? А я ему нужен, потому же, почему нужен тебе, Дженсен. Ты понимаешь? Радич аугментирован. Глава 2 ли, чувак? Если Атар об этом узнает, да что там, если любой из 2 ли узнает? Ох, они ведь очень плохо к такому относятся. Да, я понял, Коля. И что ты собираешься делать? Когда аугментированный просит им помочь, я помогаю. Я буду и дальше помогать Радичу. Хорошо. Надеюсь, твой калибратор для нейропластики выглядит вот так? Да, это он! Хорошо, теперь все будет быстро, обещаю. Не переживай, 2 раза подряд я не ошибаюсь. Теперь я хорошо подготовился. Постарайся ничего не сломать. Не так и страшно, да? Как чувствуешь себя? Нормально. Словно бы я стал легче. Я тебя починил. Больше никаких ограничений. Теперь, что бы ты ни включил, дурных последствий не будет. Звучит хорошо. Спасибо, Коля. Я тебе благодарен. Да, да. А теперь иди и сделай так, чтобы я тобой гордился. Используй все это крутое барахло. Привет. На этих мерзких улочках ничего нет.